Если человек идет в час ночи к холодильнику сладенького поесть тортик, это не он так думает, это аскариды. Это аскариды, у них биологические часы, просыпаться в 2 часа ночи, и они любят сладкое. Это аскариды его зовут туда. Кстати, как сомнамбулом идет к сладкому. Понимаете? Ну и так далее. Каждый глист определенно питается, да, и он свои потребности, прежде всего, удовлетворяет свои потребности, чем человек свои потребности. То есть мы съели полезные витамины, да, или фрукты, а их поели глисты. 90% съели, 10% нам отдали, да. Плюс они тоже ходят в туалет, они там тоже свои каловые массы нам отдают. То есть мы, получается, как бы второе звено в пищевой цепочке после них. Понимаете, надо же абсурд, надо это все убрать, надо все завести кишечник, чтобы все работало как часы. И не зря показываю вот циферблат, да, часов, по часовой стрелке, да. Наш желудок работает по часовой стрелке. И если я до этого показывал массаж, что мы делаем все с левой стороны, потому что ближе к сердцу, да, единственное, и с ногами также, да, начинаем с левой стороны, ногу первую массировать, потом правую. Это когда человек лежит животом вниз, на спине. Но когда мы работаем со стороны живота, человек лежит на спине, да, то мы начинаем наоборот, справа налево. Все тут идет справа налево, и нога тоже идет первая, правая, потом левая. Потому что так запускается перистальтика кишечника. Вот единственный нюанс, да, вот когда на спине лежит, мы начинаем справа. Ну, вот вы поняли, да, эту систему? Согласны теперь? Почему именно так работает, почему это называется остеотерапия. Я говорю, это массаж судьбы. И когда человек на это приходит, да, тут уже используются дополнительные методики, чтобы прокачать чакры. Это, во-первых, энергия рук. У кого энергии руки нету, да, микрозвуковой массаж идет тибетскими чашами поющими. У них концентрическая... Я покажу просто быстренько. Производит звук, богатый бертональными созвучиями. Сплав из 5 металлов. Вы слышали, наверняка, колокольный звон лечит, да, вот когда там в церквях, да? Но колокол звучит 1 минуту буквально. Здесь звук очень долгий. Вот если вы слышите. Да, я слышу. Он до 3 минут еще идет. За счет того, что круглая, ну, форма чаши такая, да, концентрическими кругами она уходит вниз, а мы ставим практически на чакры, ну, можно не только на чакры ставить, да, на любой сустав. И вот эта вот волновая нагрузка, она разбивает. И знаете что? Вот, во-первых, помните, я рисовал клетку, что она одевается в шубу в такую, да? То есть у нее вот разбивается мембрана, которая не пропускает в себя полезные элементы, да, становится более восприимчива. Это раз. Второе. Дендриты нервов, они крепятся к костям. И, соответственно, ну, есть такое понятие холодный человек, да, или там, как бы замороженная мышца. Да. Это вот иннервация из костей обратно не возвращается в мозг, да. Так что вот эта вибрация тонкая от чаш, она стимулирует дендриты вот эти, да, они растрясаются, они согреваются, согревая кости, кость получает тепло, и идет обратная реакция в мозг и туда, и сюда. А мозг, он, представьте, ежесекундно у него 300, не знаю, в чем измеряется, в биллионах, наверное, 300 биллионов сигналов одновременно посылает до каждой клеточки и обратно, представляете, туда-сюда, туда-сюда. Когда проводили исследование, оказалось, что вот эти вот ну, чакры, многие же в классической академической медицине в них не верят, да, оказывается, есть тончайшие волокна в теле человека, которые в 100 раз тоньше волоса, представьте, они как-то там расположены в китайской медицине, там по меридианам, да, и их узловые моменты совпадают с чакрами. Вот где они там пересекаются все вместе, да, совпадают с чакрами. Так если эти волокна разделить и соединить вот друг с другом, да, получится длина, знаете, какая? От Земли до Солнца 300 раз.
туда-обратно, представляете? Вот свет со скоростью света 300 км в секунду идет от Солнца до Земли 8 дней. Понимаете? Это он только идет, представляете? А сколько мозг посылает энергии туда-сюда, 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 300 раз за это время успевает, представляете? Вот за это отвечает не только головной мозг, он бы свихнулся, он бы загорелся, если бы только это делал. Это спинной мозг, это висцеральный мозг вам помогает. Понимаете? Это три мозга работают у нас. Три котла мощных. Так вот, получается массаж чашами, да? Я его называю неврологическим массажем. На микро уровне действует даже на мембрану клеток. На межклеточное расстояние еще расшатываются. Расшатываются. А это что значит? Межклеточное расстояние, межклеточная жидкость. Оттуда берет свои истоки лимфатическая система, да, значит, больше грязи вытаскивать из организма, да. И на самом деле, ну, можно по-простому ими работать, да, но там у них в Тибете есть 4 степени, там, 5 степеней погружения, да, уровней, как бы, да. И на высоких уровнях даже от раковых заболеваний вылечивают человека. Ну, не говоря уже там про все остальные заболевания. Так что вот, это идет глубокая система, это я вот вам рассказал, да, то есть я с человеком работаю как? Первое, мышечные блоки устранили. Проблема не решилась, смотрим кости. Кости устранили. Не решилась, а тут тоже может быть. Либо мышцы натянуты влияют на поворот позвонка, либо наоборот. Позвонок искажен, он натягивает мышцу. Да? И тут двойная работа, и туда, и сюда. Тогда решаем вопрос с желудком. Да? С кишечным. С ЖКТ. Не решили вопрос? Тогда решаем вопрос ментально, с головой. Может быть, это вам посылает инграммы. Работа с энграммами – это такая работа в состоянии полутранса, полугипноза. Не получилось, да? Тогда идет работа с энергетикой человека. Восстанавливаем поток гармоничный, да? Настраиваем чакры зажигаемых, создаем ауру защитную, да? И тогда уже либо сущности убираем, тогда уже начинают отсюда извне влиять на психоэмоциональное состояние, которое влияет на внутренний орган, который влияет потом на костную ткань, понимаете? То есть вот 5 в одном. Вот это остеотерапия 5 в одном получается. Ну, друзья мои, надеюсь, вам это все понравилось. Да, теперь мы давайте все это отработаем на практике. До новых встреч. Меня зовут Олег Алабудин.